Лицей имени Лобачевского КФУ радостно отметил начало нового учебного года. Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в концертном зале «Уникс» и собрала почетных гостей, преподавателей, учеников и их родителей. В этот день для лицеистов звучали теплые слова и поздравления. Учителя со слезами на глазах желали своим воспитанникам не только академических, но и творческих успехов. И у этих ребят все обязательно получится, ведь лицей уже долгие годы обеспечивает качественное образование через саморазвитие, сотрудничество и осознанный выбор. В 2016 году в лицей поступил 171 новый учащийся. Многие из них после выпуска станут студентами Казанского федерального. Ксюша Цен, Ленардо Витьяров, Универньюз.